Фестиваль винтажных автомобилей и мотоциклов собрал в индийском городе Панаджи сотни поклонников ретро-техники. На выставке красуются классические фиаты, фольксвагены, авто, ушедшие в историю фирмы «Остин» и многие другие редкие экспонаты. Владельцы трепетно лелеют свою технику. На фестиваль привезли 65 классических машин и 50 мотоциклов, некоторым уже более века. Тем не менее, все экспонаты поучаствовали в ретро-параде и торжественно проехались по улицам Панаджи. Фестиваль винтажных автомобилей и мотоциклов проходит в столице самого маленького индийского штата Гоа второй год подряд. Его организуют, чтобы привлекать больше туристов. При этом в штате есть даже собственный музей ретроавтомобилей. Его открыл местный поклонник старинной техники.